Ну что, друзья, готовы пройтись по этому острову? Он реально закрытый. Сейчас мужчина рассказывал, что они собирают там пластик отсюда. Вот это вот все. Они держат остров в чистоте. Деньги им нужны только, ну, такие вот. Вот на каноэ вы прокатитесь, кофе попьете, 100 шиллингов стоит, каноэ стоит 500. Ну вот, а за активити, за еду, вот это вот, что они вот, если мы кушали, собирают деньги и содержат остров. Так что посмотрим, какие здесь активити есть. Ну, не посмотри, как кофе варит. Не, ну мы хотели кофе, но чувак куда-то ушел. Так вон, он вон варит. Самбук он раздал, yes. О, давай кофе. Yeah, okay, now coffee. Yeah, are you going to the washroom? Yes, okay. Where is washroom? Okay, no, first we drink coffee. Давай попьем кофе, да. Вы yes. Two coffee? Yeah, two coffee. Окей, okay. А мы только не имеем денег. Ну я сейчас пойду за деньгами, вон видно женщина из туалета идет, там, наверное, туалет. А, мы тут попьем. Не знаю, давай попробуешь кофе. Эспрессо. Ну какие чашечки. From Czech Republic or Czech again Czech Republic. Ukraine. Everyone telling we are from Czech. We have many Czechs now here. You have many Italian you have, many this. I mean when we hear a strange language from your area, from Russia going there, we like say Czechish or Лутения. Классный. Литва. Литвения. Литвения, Литва. No, without sugar. Without sugar? Without sugar? Классный кофе вообще. Мне очень нравится, как он сварил. Он даже какие-то нотки, я тебе скажу, какого-то фрукта сладкого, нет? Но после рыбы вряд ли бы такие нотки были. Если водичку закрыть. А ну как? Ням-ням, кофе реально классный. Народ, кофе, то, что надо вообще. Вкусный, крепкий, бодрящий. Вау. Вот, смотри, какая футболочка позитивная у чувачка. Прикольно. Кофе very nice. Но он реально стоит, а меньше доллара. Сколько? 100, yes? 100. Классно, ну, вообще. Шикардо, все-таки какие-то нотки фрукта, я даже не знаю, какие. Я хочу сказать, какие чашечки. Боже, посмотрите, какие чашечки, классные. Ну, я тут уже обляпалась, как обычно, это Анталинка. Ну, чашечка, боже. Офигенно, классно. Остров классный. Сейчас как раз пойдем переоденемся немножко, а то мне жарко в этой форме. Ну, заплатим за кофе. А я бы еще сувенирчики потом посмотрела. Ну да, ну давайте сначала переоденемся, потому что жарко очень уже. Все, сейчас пойдем, потом включимся. Ставьте лайки. Ну, напишите коммент, пожалуйста, нам будет очень приятно. Кофе. Правда, это не кенийский, да? Это лавация была, но они показали. Ну, мне кажется, лучше это кенийский бы был. На самом деле. Классно. Реально классно. Так, отдыхаем. Отдыхаем. Я давно так не отдыхала. Отдыхаем вместе с вами. Да. Чао. Чао. Все, идем, сейчас направляемся в прекрасное место, которое называется туалетом. Смотрите, какая красивая дорожка. Какая красивая. Белый кстати. Песок. Такая зелень необычная здесь, кстати, такая. Слушай, можно я тебе это вот как бы, да, вклинюсь? Да. У меня все с Занзибаром. То есть мы были на аналогичной, по сути, экскурсии, но там было все как-то трешовее. Ну да, скажи, сначала нужно поехать на Занзибар. Ну если да. Не на Танзанию, не в Танзанию, на Занзибар. А потом в Кению, чтобы у вас не было такого, блин, что за фигня. Вот. На Занзибаре, нет, там не было плохо, ну в Кении круче просто. Хотя, Оль, мы, правда же согласись, мы же были право, леди, написано. А. Ну, по-моему, неважно. Женщина в мужскую женщина пошла. Так, прямо торпедой пошла влево. Так, ну и а кто ее так, остановит? Так что хочу сказать, ну мы-то были в одном районе, правильно, регионе. Может, не весь Занзибар такой, как мы его увидели. Ох, какие деревья, поэтому... ёлки, класс. Вот вообще красиво. Ага, ну вот такой ой, туалет. Ой, как красиво. Ой, как хорошо. Заходить и не портить впечатление, не? Сейчас скажу, ничего. Классно? Ну ты что, вообще, my favorite. О, так нормально, белый друг стоит, а не дырка в полу. Нормально вообще. Бумаги нет, да? Уже все разобрали, я так понимаю. Ну, бумага, если что, где-то в штанах была. Было, да? Ну, классно, не, ничего, так все. Все, господа, нормально. Сейчас насладимся и включимся. Народ, смотрите, я изобретательна. Повесила. Можно все взять, там нету вешалочек, и пойтись в туалет спокойно. Или здесь переодеться. Спасибо, изи. Что ты существуешь. Уже пришли, все люди развлекаются, песни, пляски идет. Бабушку только посадили, которая на костылях ходит. Ну ничего, но тоже ей понравилось, ей классно. Мы водички еще взяли. Сейчас пойдем куда-то, не знаю. Покажем сувениры, наверное. Или куда-то пройдемся.
красота какая. Хотя куда тут, ну, в принципе, пройтись особо на каноэ. Каноэ 500 стоит. А? Мангруф. Он каноэ. Наташ, на каноэ поехали. Не знаю, ребята такое весло прям взяли, смотрите, здоровое. Не, просто стрём перевернуться, конечно. А знаешь, что ты воду вышла? Сейчас заберут и все. Ну, не знаю, что мне с ней ходить. У меня два телефона с собой. Что, хлопцы поедут на это, на канал? Ну, не знаю. Не, ладно, идем тут. Идем, пошли. Мне просто они спросили, хотите поехать, думаю. Не, не поедем на каноэ. Мангры показывали в Абу-Даби, мангры уже с вами сейчас посмотрели и посмотрели, когда мы ели краба. Идемте лучше шопинг посмотрим. Не, идемте просто шопинг глянем. Так, картины всякие есть. Интересные. А? Что? А, вот, Суди, остров Суди. Остров называется Суди, закрытая территория. Здесь они дорожат территорией, дорожат чистотой. Уже рассказывала, что пластик весь убирают, все стараются убрать. Вот все сувениры, подарки, классно, но опять-таки все это будет, наверное, с битвой и с торговлей, с хорошей, с такой. Мне это так не нравится, если честно. Как классно, когда приходишь и просто все покупаешь, ценник уже стоит. Джамбо. Джамбо. Looking is free. Nice. Promote us. Make good price for you. Вот это сейчас мы ходим и рассматриваем. Наташа тоже рассказывает все. Да. Показывает и рассказывает. В истории. А вот из this. Вот из this. Так. Прикольно, кстати. Кстати, семена баобаба. Мне нужно, наверное, пару браслетиков прикупить. Будет интересно. Сейчас посмотрим, что такое интересное может быть. Фигурки классные, слоники, масочки. Ну, это мы видели уже. Ну, тоже прикольное. Не знаю только, какую цену дядя поставит. Говорит, какие это ситцы. Я не знаю. А, мангра, это мангры. Но я видела, смотри, я видела у ребят, они такие пушистики, они такие, как верба наша. Боже, они как да. Вельвет, только скользкий. Но оно вытирается. Я немножко. Не знаю, как это описать. Но даже. Такой приятный. Блин, прикольно. Да, это да. Интересно. Ну, смотрите, какой мы выбрали прикольный браслетик. А это ситцы чего, я забыла? Баобаба. Баобаб? Да. Но она недолговечна, но пушистые просто прелесть. Ну, еще и жовто-блокитный цвет. Видишь, они немножко вытираются. Я видела у парня, оно тоже вот, типа вытирается. Ну, наверное, ну так, как прикол, знаешь. Ну, как прикол, да. Классная тема, кстати. How much? 400. 400, no, it's too much. It's maximum 200, maximum. 200 is big price. Not 250. Да ну. Нет. 200? Это очень 200. Много. 200 это and it's good price. No, one. Окей, fine. Ну вот, доллар с чем-то можно купить такой подарок. И даже почти без торговли. Вот, сейчас смотрите, что купили. Масочку и жирафку такую вот. Масочку прикольную. Себе уже я купила. И жирафика на подарок. И вот этот браслетик, это все стоит 700. 700. Нормально. Долго торговались, но сказала, не, мужик, я уже тут. И то я понимаю, что нас наколол. Ну, так хорошо, в принципе. No. Наташина мечта — двухметровый жираф в самолете. No. Окей, а ну. Мы добавим этого и за 300, хочешь? Он у тебя. И куда мы его поставим? Ну, не знаю. А сколько ты денег держишь? Я 1000 держу. А вот, ну, они тебе. Но он как раз сказал, давай мне это. Подожди, а мы же купили что-то на 100. Я не помню. Ну давай. Давай, окей, fine. You are good businessman. За $8 вот столько вот немножечко фигни. Да, well, да. Моя мечта сбылась, маленькая жирафа. Уже нас к другому киоску потянули, ну классно. И тот браслетик я для крестной купила. Помните, я тоже выбирала браслет в Дубай Глобал Виллэдж. А ну, постучи, Наташа. А ну. Класс! Это я ничего не делаю.
Наташа еле стучит. Сережечки. Да, еле стучу. Мне нравится, конечно, карта Африки с масаями. Но куда всего? Мы снимаем маленькую студию, нам даже поставить туда, не знаю. Вот жирафа еле влезет туда. Наташа мечтала жирафа, но теперь будет маленький жираф. О, как кикао красиво развиваются. Аж прям вьются. Класс. Ой, эти женщины снова, которые на таких ножках маленьких, как на костыликах. Господи, так все это. Все такое красивое, да? Не, все прикольно. Прикольно, очень красивое. Маска тоже, кстати, очень красивая. Но мы другую взяли, это уже, ну, это нормальная. Все вещи такие атмосферные, если их подобрать. Вот, атмосферные, реально классное слово, атмосферные. Атмосферные. Ну, нужно торговаться, вы поняли, но... А помните, вот как нас хотели? From baobab? Yeah, that is the baobab fruit. Разве можно его вывозить? Yeah. For it, really? Yeah. А, это можно it? Yeah. Не, Наташ, давай не рисковать. А вот из That is the shark. No. Вот такие классные сувениры. Вот нас ведет мужчина. Я несу наши подарки. Жирафа, маленького жирафа на подарок своему хеду. И, в общем, там... А, еще браслетик и что-то еще. А, масочку. О, классно. Давай, мужик прям упал на колени. Ну, ладно, тоже упаду с ним на колени. И будем с вами наслаждаться. Да, вот классное слово Наташа подобрала. Атмосферные. Класс. Ну, а что, вот эти вот плошки, это вообще, ну, просто, ну, поставил нас. Главное нам отсюда вылететь. А там я уже, признаюсь вам, я докупила вес 2 по 15 килограмм на Эр-Арабия. Теперь осталось это, да, сумку купить. Да, осталось купить сумку тебе. Для бусика. Хотя бы одну по 15. Ну, как бегемотик лежит, смотрите, вот вообще класс, лапочка. Посмотрите, ну, бусинка. Ну, лев какой-то немножко не удался, по-моему. Обезьянки, не вижу, не слышу. Ага. Обезьянки, класс. О, это вот на Рождество, прям вот это вот рождение Иисуса. Семья прямо это, да. Ну, классно, конечно. Ну, мужик, может, только купили. Могу тебе просто доллар дать. Ну, шучу, конечно. Ну, могу купить на доллар что-то, ну, правда. Уже и денег мало, и вес просто, я не знаю, как мы будем отсюда вылетать. Ну, красота. Ну, кстати, и люди атмосферные здесь тоже, ну, нормальные, прикольные. Не те, которые нас сюда пригласили. Акуна Матата, Матата Акуна. То есть, значит, не парься, все будет хорошо. Говорит, вот обезьянки. Да, винов. Не слышу, не говорю, не вижу. Угу. Классно. Ну, все уже купили, да, не знаю, что покупать. Водичка там прям, класс вообще. И кикао развиваются. Это круть. Парень жалуется, говорит, я очень далеко. Что? Я придумала. А ты купила уже тому, кому хотела? Да, да. А я бы вот эту купила. Очень, очень похоже. Очень похоже на кое-кого. Очень похоже на кое-кого. О май гад. 300, о май гад, we don't have this money, my dear. It's not big. Really, we don't have money. Да, we spent money. We spent money for excursion. No. 250, it's too much. 250, it's big price. Не-не-не, we don't have time. Oh my god, 500. No, no, no. I will eat whole day. Я буду есть весь день на 500. Не-не, ребята. Уже если что-то брать, уже будем совсем за копейки. Вон, отошли в тенек, обнаружили рыбку такую, Наташа сказала. О, висит рыбка. Она свежая, она вялится. Вялится и капает еще. Да. Вот такая рыбешка здесь. Раз ребята выловили, сразу и повесили. Так я видела такую, когда вечеру плавала. Таранка. Она плавала, она... Я ее видела. К вечеру... Вот эту, конкретно вот эту, да, мы тебя опередили. К вечеру тараночка. Ну вот, на этих, на каноэ, в принципе, нормально так людей. Ну, мы пока не хотим, в принципе, так. Стоим, просто сидит, наслаждаемся видом. Посмотри, а вот уже каунтер сидит, все нормально. Да, вот уже. Да. Правильно, не продашь, не проживешь. Ну, что, это классное развлечение, мангла, что, так проехаться. Но, я хотела бы, но сейчас солнце, честно. Вот я сейчас опять вышла. Да, мы уже так припеклись, меня и подукачивало, ну, красота, сегодня, ребята, когда вы про дельфина вам рассказывали. Красота, это просто красота. Да? Согласна. Наслаждение. Просто наслаждение. Так будто людей много, на самом деле это все люди, которые на острове. На самом деле все люди уже уехали, и нам типа обещали, что экскурсия до 4. 4 будет дома, сейчас без 10 4, но мы нормально. Потому что мы собирали людей,
фиг знает сколько, полтора часа. Это, конечно, ну, заняло время. Ой, ну что, вот такой у нас сегодня обед был, вот такой остров. Вот такие экскурсии вам показали. Ну, шикарно, прикольно, уезжать не хочется. Нет, не хочется, хотя уже время, уже поздно, ребята идут в кадр. Straight, guys, and left side, please. Все, помогли ребятам с туалетом. How about canoe? Good? Nice? Wow? Вот. Congratulations. Говорят, каноэ было потрясающе. Да, молодые мальчики. Нормально. Красота какая. Мчим, птицы летят. Это что-то. И такие снова волны, снова шторм небольшой. Снова, видимо, меня не слышно. Это мне нравятся ножки такие. Кто-то свесил ножки, и нормально так чувак сидит, не парится. Реальная акуна матата. Ставьте лайчочки, пишите комменты, нам будет очень приятно. Спасибо, что были с нами. Спасибо. До свидания.